Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене Саутгемптона. Стадионе... На состав Саутгемптона. Команда сыграет по схеме 5-4-1. Мне кажется, команда будет выходить из обороны через короткий быстрый пас. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене Саутгемптона. Стадионе... На состав Саутгемптона. Команда сыграет по схеме 5-4-1. Мне кажется, команда будет выходить из обороны через короткий быстрый пас. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь... Ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене Саутгемптона. Стадионе... На состав Саутгемптона. Команда сыграет по схеме 5-4-1. Мне кажется, команда будет выходить из обороны через короткий быстрый пас. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Саутгемптон – это юг Англии. Здесь и находится стадион Сент-Мэри, домашняя арена одноименного клуба. Это второй стадион в истории команды. На него святые переехали в 2001 году. Очень комфортная арена, на которой всегда шумно. 32 тысячи болельщиков он вмещает. Может быть, он еще и будет расширен, но сейчас такой острой необходимости в этом нет. Результаты у команды достаточно скромные. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Вернер. Виллиан. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Фабригас.